Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи Владимира Лугового, музыка Геннадия Гладкова. Композиция называется «Это осень» из цикла «Любимые песни ожившей поэзии», видео из интернета, исполнение Самуила Фроловича. Это осень к нам с тобой сошла с картины, легкой нитью паутины вновь связала нас. День прозрачный, полон света золотого, на меня ты смотришь снова, как последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень, нам дает наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как последний раз. Если любишь, как последний раз. Может, завтра суждено нам вновь расстаться, может, сказка продолжаться вовсе не для нас. Тает в небе треугольник журавлиный, на ветру горят рябины, как последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень, нам дает наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как последний раз. Последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень, нам дает наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты и любишь, как последний раз. Если любишь, как последний раз. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомович. Музыкальная композиция «Экспромт» — это осень. Видео из интернета.